как на Вальке, только, блядь, на Вальке не, нету, тут нету под этой, под Йоксароном портала, который ты не видишь. Видишь? Алгалона? Вы Алгалона будете делать этот звездочёта? Я помню, делал. Со жмуком пошел делать, ебать. Добрали прицела, которому объяснили, типа. Либо ты прыгаешь во тьму, либо тучку жмешь. Просто... Ладно, окей. Позже зайдем. Скоро мы сразимся с главарем этих извергов. Това жирная, сори. Против его прислушников. Ненависть и ярость направляют ваши удары. Патриком туда ходил, там вообще заебись, бегаешь нахуй бурей, хуя. В комнате же можно в любой портал выходить. Кучка бегаем также. Чудовище. Там. Ну с год, я забыл, где никто не был. Ну, где? Я не успел даже нажать, он не нажимался. Черепка, черепка, ребята, далеко, 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 далеко отбегаем. Пак, пак, пак. Я это щупальца забагну, его бить нельзя. Подходите к порталам, ребят. Потихоньку подходите. Черепка, отошли, 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 далеко, далеко, далеко. Подходите, я порталы буду. Руки вешайте. Да-да-да. У меня две комнаты будут. Ну, с 20 секунд, 80% еще дает. Кабель, вон. 15 секунд. Так, начинаем выходить. Выходим, выходим. За две комнаты переведем, ничего страшного. Слева, справа портал. Выходим. Секунд портала. Пока ману восстанавливаем, хилимся. Точкой так же и бегаем. 10 секунд. К порталам подходим, кто заходит.
5 секунд. Испел с меня. Уходим, уходим. Давайте добиваем. Подождите, не бейте мозг, не бейте. Сколько у вас там у тяжелого щупальца ХП? Это щупальца. Ладно, давайте добиваем, добиваем, добиваем. Выходим сами. Выходим сами из портала. Морды собираемся. Да-да-да, давай, где-то. Давай. Ты команду верни. Вернулись спиной. Спиной к боссу. Вернулись в дом. Пока не вставай. Жди. Теперь вставай. Вернулись. То здравомыслие, заебись, нормально. Вернулись. Панели не смотрит или хуй знает. Отворачивает хер вы знает. У меня 100, у тебя 0, я не знаю. Хир дать. Вернулись, бьем. Грегора хера. Вернулись. Повернулись, бьем. Вернулись. Отвернулись. Повернулись, бьем. Ну, давай. Все уже попалихали. Блять, десятки контролируется, ну что такое, я не понимаю. Это же элементарная тактика. Уже менять людей, я не знаю. Вот это сейчас, это, блять, я не знаю, да, РС. Уже РС-ка должна была собираться. А, ну значит мы до 16 будем на йоге сидеть. Ну всегда так, ты всегда говоришь не, и в итоге мы уходим без йоги. Короче, бегать нахуй, терять здравомыслие, вайпаться тоже нахуй. Нет. Научал. Понял. Да мне тут похуй на ману, она все равно целая постоянно, только в конце. Мана нормально так. Обратите гнев и ненависть против его прислужников!
Кстати, убивать, наверное, лучше за две комнаты, чтобы там потом не сидеть до последнего. Конечно, по идее, это заодно в идеале. Это в идеале. Знаешь, типа, сидим до последнего, потом, блядь, три человека не вышло и до свидания. Боже, этот ебучий топор упал, нахуй, не знаю, это десятка, это плюс ноль, это пиздец. Я и говорю, что когда знают, это не пидел. Филипец вроде знает, но он не смотрит ни хера, ни до добавки, ничего. Это здравомыслие, все пиздец, вообще с той спиной. Мы хуярим в него. Чума и палец кастуются спиной в ШП, если чё. Я даже пытку спиной кастую. Поворачиваюсь во время каста, взгляда безумия, и отворачиваюсь, и пытка не прерывается, и урон идет. Камеру мышкой на 180 разворачиваешь быстро очень, здравомыслие теряя, и пытка фулка стоится. Спиной, блядь. Также кучки бегаем. На большое щупальце можешь этого пета вызвать ману лестницу. Но забагалось вроде. Все нормально. Черепа, черепа. Понял. Пошли, отошли, отошли, черепа, отошли. Порталы будут. Затохнитесь собственной ненависти. Затохнитесь собственной ненависти. Безумие поглотит вас. Затохнитесь собственной ненависти. Все, побежали, маску. Пока бьем. До упора. До упора. Все, выходим. Выходим. Слишком. Вернулись. Командуй там сам, я же бью. Где он, знаешь? Этот, Рос, дайте. Вернулись. Вернулись, блин. Так, отвернулись, у кого мало здравомысля. Стоим, ждем. Повернулись, бьем. Отвернулись. Да. Вернулись, бьем. Так, прикидались, отвернулись.
тебе. Все, добивайте до конца. У кого больше 40 здравого мысли, не отворачивайтесь. Смело. Все, молодцы. Аллаху Акбар. О, дай рез. Изучить. А если стоит хардмод, то шмотки, которые только с хардмода в этом, в Atlas Lute выпаду, да? Алкалон бьем, нет? Ступни, портяжка, ебать кайф. Прицеп надо ролить. Хоть у тебя протяги нету. Не-не, у меня протяга есть. Давай ролить, хули. Да, моя протяжка. Куда портоваться? Я вам такую. Да-да-да, и прыгайте с моста. Влево сюда уходите, прыгайте, я вас на другую сторону телепортнет. Смотрите, как это делается. Оп. Какой я задрот тут, да? Какая рольную хватку? По годам. Ну, 226, да? А ключик-то есть у кого? Не. Повезло. У меня-то нету. Славика, дай пояс кожаный. Получилось! Нам удалось опередить Алгалона. Может, нам удастся взломать систему и повлиять на результат анализа? Да-да-да. Перемещение завершено. Запуск планетарного анализа Азерота. Назад, смертные. Я здесь не для того, чтобы сражаться с вами. Для блага... Мне пояс. Шаки на обмен. Но если кому-то надо, можем продать на пояс на кота. 226. Хороший вообще. Писывай вроде даже. О! Смотри, ничего в сумке лежит, не выучил. Лол. Как это было получилось?
Только закрывайте эти черные дыры, не бойтесь, я вам подобью эти звезды. Будет куда идти. Это самое, штуки две черные дыры точно закрывайте, смело это вам гарантирую, нормально все будет. Идите, сова, поближе сюда, идите. Мостик провалится сейчас. Вар тоже пульт сюда ближе. Макгрегор вылетит в грудь. Все как раз. Он говорил, варкапа сейчас зайдет. А вот зашел. Ваши действия нелогичны. Все возможные исходы этой схватки просчитаны. Пантеон получит сообщение от наблюдателя в любом случае. Взгляните на мир моими глазами. Зрите необъятную вселенную, непостижимую даже для величайших умов. Во-первых, ты? Нормально, нормально. Да. Я разбиваю, захиливаю эту звезду. Разбиваю. После кары разобью. Звезды сейчас спустятся, разобью, захиливайте рейд. Я разобиваю, захиливайте Вайда. Вайда захил. Вайда, Вайда, Вайда. Все, разбиваю. Сейчас после кары разобью. Закрывайте, закрывайте, нормально все, закрывайте. После кары резать. Грегор и Кин. Добиваю. Выходим. Ну я не знаю, что ты делаешь? Кто там бьет, блядь? Сразу бью. Бей. Разбил. Выхиливайте себя. Я разобью, слава господи, ну что ты переживаешь так? Что думаешь, я звезды не знаю, как подбивать тут? Какое долго, нормально все. Иди, ШП оттуда. Сейчас разобью. Хватит, 2 секунды, 1 секунда. Разбиваю. Хватит, захиливайте. Все, бейте босса. Пульбик сдох, красава. Я его резну сейчас. Бить начал, но он сагрил. Ну, бить начал ЛПшки, хуешки, он сагрился. Ну, вот я сейчас вышел. А я что-то тоже, блядь, а я что-то не смотрел, даже ну, не знал, как мне сейчас. Я видел миры, охваченные пламенем творцов. Их жители гибли, не успев издать ни звука. Потому что никто не слушает, вот, что ты там объясняешь. Всем похуй. Думаю, отвергнем как-нибудь.
И все время я оставался холодным и безразличным. Я не чувствовал ничего. Это МТ-танк должен делать, а не ОТ, который бегает со звездетом, собирает. Все они были под... Ну, ладно, в следующий раз сделаем, если пойдем, будем сейчас рассказать. Похоже, ваша сила кроется именно в несовершенстве. Дарованная вам свобода воли позволяет пренебрегать законами космоса и выходить победителем. Видите, что Ягер написал в беседе? Оказывается, вон, скинул рейд. Я изменил код отклика. Ваша планета будет спасена. Я больше не могу полагаться на свои расчеты. У меня нет сил, чтобы передать сигнал. Поторопитесь. Найдите источник энергии. Ищите в небесах. Она красивая, нет? Знаю это место. Тебе нужна моя помощь? Классно. Да. Как Джейми. Или это вообще пацан, блин, это троллинг такой? Если сигнал... Создание планеты запустится. Спасай свой мир. Что-то дать мне. Он есть, забыл. Ставлю портал. Ну а че, какая хорошая, она кота опять подъехала. Яй-яй. Нахила чему тоже доходит. Конечно. У меня почти кот, короче, и Эрдруна посланника готов. Кайф. Ну. Мне Славик начисли на квадропедру близ. Сними и Сарагорны тоже. Проебался. Да, и Сарагорны. Пойду кушать готовить. Слейша на Сарагорном и 1000 на квадропедру. Ага. 4 часа дня почти, блин, ни хрена не. Красава от души. Ебать, у меня тут шмота, слышь, в этом гильбанке на сову. Ой, на друида или на кота. Сейчас соберу все. Можно даже и сова уже готова. Ой, этот кот починяет.